На основании поручения президента Российской Федерации Министерством экономического развития Пермского края совместно с «Деловой Россией» утвержден план мероприятий по реализации проекта «История российского предпринимательства на территории Пермского края на 2016 год». По словам министра экономического развития региона Леонида Морозова, реализуемый второй год проект очень интересен и значен для России и Прикамья. Его цель – поднять престиж предпринимательского сообщества, а школьникам и студентам помочь сделать выбор в пользу карьеры предпринимателя. Государство сейчас оказывает консультационную поддержку и выделяет субсидии для развития малого и среднего бизнеса. Поэтому стать предпринимателем сейчас реально и выгодно. План мероприятий на 2016 год предполагает проведение олимпиад по истории российского предпринимательства для школьников и студентов, учреждение премий для журналистов, проведение тематических выставок, круглых столов по истории предпринимательства в Прикамье. Мы также хотели бы, чтобы такие планы появились у нас в муниципальных образованиях. Работа предстоит очень большая, и мы надеемся, что вот по итогам такой нашей работы у нас появится книга-альбом о наших предпринимателях, о тех людях, которые внесли существенный вклад в развитие Прикамья и Пермской губернии.